Музей в 116-й школе работает уже 37 лет. Патриотическому воспитанию учеников уделяется особое внимание. В хранилище артефактов около 500 экспонатов, большая часть из которых – подлинные вещи ветеранов Великой Отечественной войны. Например, орден славы третьей степени Ивана Александровича Кукина, который погиб при взятии города Киев. Мы обратились к родителям, к учащимся, чтобы не остался ни один ветеран Великой Отечественной войны забыт. То есть патриотизм в нашей школе, ну, действительно должен быть показан, каков он должен быть. В школе есть поисковая группа. Ученики находят материалы о героях-панфиловцах и рассказывают о них на экскурсиях. Кроме того, они оказывают адресную помощь ветеранам, читают им стихи и поют песни. Нужно хранить память о тех, кто защитил нашу Родину. Ведь если бы мы не помнили, то всего бы этого не было. Если мы не будем помнить наше прошлое, то не будет настоящего и будущего. Уже 3 года школьники ездят на международный слет юных панфиловцев, в котором участвуют ученики со всех школ стран СНГ. Форум проходит в Саратовской области, на родине Ивана Васильевича Панфилова. Когда мы приехали на слет, мы начали представлять свой город, показывать визитные карточки. Также было очень много состязаний между разными школами, и мы даже умудрились получить 1-е место. В одном из состязаний. О героях-панфиловцах, отдавших свою жизнь во время обороны столицы, рассказывают от мала до велика. Музей 116-й школы является неоднократным победителем районных и городских конкурсов. Будем помнить о каждой ране в этом мире больших теней. И звучат на большом экране отголоски прошедших дней. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.